убьют! Стоим. Стой. Все нормально? Слышь ты, блядь. Гандон, нюхни газку с моей жопы. Понял. Беги, сука, беги! Руки вверх. Не, нихуя. Руки. Я хочу какать. Хуёво мне. Стой, зачем? Сука, иди сюда! Забегай в дом, помогу. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтоб ты ломал меня. Как хочешь. Привет. Как жизнь? Нормально. А почему ты азиат? Тебе не стыдно? Почему ты тупые вопросы задаешь? Ты себе тупой вопрос. У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Ты иди сюда, блядь. Убью. Скотину убью. Убью. Сейчас я решу. Киборг убийца. Убьет скотину, порежу, тварь. Страшно, очень страшно. Ой, да ты уже понастромаешь, бедняжка. А ты догони. Ты выебался этим, пизды дал. И вот момент, который может решить судьбу. Не попал! Не, нихуя. Что тебе нужно у меня дома, блядь? Ведь все мы любим мясо, ведь все мы любим мясо. Потом, все потом, вырубила его. Но это не точно. Бежит к тебе? Ты в чем? Ты в фиолетовом или нет? Я всех разъебал. Хорош. Выстрел в горке. Слышу? Да. Yeah.
Блядь, ты у меня завис. Помоги, пожалуйста. Или я завис. Меня убили нахуй. Меня откинуло назад, я лутал якобы эту хуйню, меня потом назад откинуло. Сидел в кусты, мне просто ебал, блядь. Блядь. Ебать. Тоже? Нет. Я не понимаю, это по мне или нет? У как я дернулся. Так, короче, тут он не один. Мне прям вблизи типа еще. Вижу его. Они прям на военке. Они файтятся. Одного сложил. У меня позицию. Или... Это по мне уже. Это уже по мне. Ты в ебаном поле. Опять за сеном спрятался. Где вы находитесь? На Дастин. Он в соборе. А в соборе? Нихуя себе. Я 3 минуты назад тоже там был, блядь. Так как у меня не было прицела, решил, что мне стоит убежать и встречать ребят с берега. По пути захотели построиться на Зеленой горе. У меня такого редкого стрелу-то побольше. Если у тебя типа будут, сразу же говори. Наталья, морская пехота! Можно секунду, я отойду. Фак! Блядь! Да, стреляй буду. Понял, понял. Стою. Парни, не убивайте, пожалуйста. Это ты? Сука, гандон. Чего, чего? Ну, да, давай. Тебе вот это. Ух ты, блядь. И вот это. Ух ты ж, блядь, ты шо? Шо, ебанулся, блядь. Я сейчас буду жестко шабить, нахуй. Понимаешь? Ебать, меня попустят сегодня вообще. Зомби сагрились на тебя? Нет. На церкви. Пал. Он встал. Да, да. Не, подождите, что вам надо? Давайте я вам что-то дам, дайте мне просто пожить. Ну все, ничего не надо, живи. У меня уже есть прикольный стол. По нам. О, вот, вот и смысл нахуй моя жизнь появился. Ключи дай ему. Да, я ему ебал, он убийно. Я чухнул, похуей. Классно. Тупо смеялся. Вот ты куда сейчас смотришь, они в той стороне были, они, наверное, сейчас обходят вас. Забегите в лес. Я сейчас окружу, да и все. А на железо. Железо стреляет. И один ближе к нам, впритык. Погиб, слава богу. Ты погиб? Да. Я ему ебал, он убил. Я не знаю, я того убил или нет. Сейчас я посмотрю. Попал типа на железе.
сложил тихо на железе. Вижу типа. Попал. Ко мне еще стреляют. Еще железо, что ли? А вижу. Меня байтит. Он меня сложил. Ась, как я так тупанул? Но я в ломке, я не знаю. А мне пофиг. Не лезь, блядь, дебил! Положил его. Всем пока. Хорошего дня. Удачного вечера. Балдежного времяпрепровождения. Всем удачи, счастья, балдежа. Всем пока. Всего наилучшего.